Устойчивое развитие оленеводства в Арктике, традиции и инновации. В Нарьян-Маре завершилась научно-практическая конференция, посвященная развитию традиционной отрасли хозяйствования регионом. Конференция проводится по инициативе губернатора Игоря Кошина. Для участия в форуме в столицу Ненецкого округа прибыли эксперты по оленеводству, руководители хозяйств, общественные деятели, представители научных организаций из Тюмени, Салехарда, Мурманска и других городов. Участники форума обсудили вопросы промышленного освоения Арктики, состояние традиционного образа жизни ее народов, пути развития взаимовыгодного сотрудничества между нефтегазовой отраслью и традиционным укладом коренных жителей тундры. Поговорили и о проблеме занятости коренного населения Севера, сохранении кадрового потенциала отрасли, применении инновационных технологий для развития традиционного хозяйствования. Своим опытом в области оленеводства поделились эксперты Ямала. Поголовье ямальских оленей составляет почти половину всего поголовья России. Спасибо за внимание. У нас Ямал в числе лидеров по переработке идет. У нас уже где-то 7 убойных пунктов, причем они сделаны по евростандартам. Вот поэтому у нас в этом отношении уже продуктивность оленеводства именно в денежном выражении выше находится. Хотя здесь еще работать и работать. У нас, к сожалению, на Ямале проблемы с пастбищами.